Всем здорово, народ, с вами Алекс Диего, игра Yakuza Zero. Мы продолжаем ее проходить. Ух, в прошлый раз были побочные, великие побочные квесты Yakuza Zero. Мы познакомились с молодым главой семьи Дадзима. Плюс ко всему разоблачили группу девушек, торгующих нижним бельем. Да. И такое присутствует в этом всем. Так. Часто посещаемый бар Нишики. Куда надо? Почему там квесты есть? Ходить посмотреть. Так, тут у нас это улучшение на ловкость. Тут у нас это улучшение на силу. Плюс ко всему надо сходить радио послушать. Самое то для начала прохождения сегодняшнего. Зачем нам основной сюжет, когда мы можем бегать по побочкам? Потому что так думаю. Побочек много не бывает, а нам надо выиграть миллион в радио. За самую забавную историю. А чё, всего двое? Велик лови! На нахрен! Денег с них, правда, все меньше и меньше. Бомжи несчастные. Простите нас, не простим вас. Нечего нападать на людей. Я мимо шел. Так, тут и потом... Можно тут вниз свернуть. И направо. Правда, еще надо карточки искать где-нибудь валяющиеся. Что? Что это за стоны такие сладкие в подворотнях тут? Я ж все-таки в видеоигру играю, а не... О! Прошу, помогите мне! Какого черта? Лучше не пытайся вмешиваться в наше веселье, просто проваливай! Да, размечтались яхтать. Эхе, у нас появился рыцарь в сияющих доспехах. Разберитесь с ним, парни. Сейчас, подожди. Погоди. Я не могу взять трубу. Во. Заколебал ты меня! Встреться с землей! Блин, это... Это смертельно, между прочим. Как бы игра это не преподносила, это смертельный удар. Воу, спасибо, это вам за помощь. Вы получили немного потрепанную Стенамин X. Чё-то... А. Маленький мальчик. Ребенок в одиночестве. Здесь небезопасно. Ну да, небезопасно. Эй, что здесь делаешь? Детям небезопасно, возвращайся к маме, ладно? Не хочу, мне не нравится, когда она злится. Что, твоя мама разозлилась на тебя? Ага. Я хотел купить что-нибудь в этом суперкрутом торговом автомате, но она взбесилась. Суперкрутым торговым автоматом? Что?
Не это ли? А он там 100 тысяч, блин, надо за один этот. Чего подобного? Он намного больше и освещается яркими огнями. Выглядит действительно круто. Почему твоя мама разозлилась из-за этого? Не знаю, мама всегда очень милая. Но на этот раз она очень и очень злилась. Выглядело страшно. Ладно. Так что ты здесь делаешь? Моя мама вышла, поэтому я сел на поезд и пришел сюда. Самостоятельно дойдя сюда, довольно смело. Должен дать тебе должное, парень. Хе-хе-хе-хе, я много помогал и смог скопить карманные. Производьте, ребенку твоего возраста тяжело копить деньги. Ага, я очень много работал, чтобы получить это. Но... то не так. Я хочу купить что-нибудь в крутом торговом автомате, но он в конце переулка, а там темно и даже немного страшно. Темный переулок сам по себе опасен для ребенка. Понял? И ты прав, достаточно умен и не пошел туда в одиночку. Ага. Вот почему не могу решить, что же делать. Хорошо, понимаю, что сдерживает этого ребенка, но разве он так сильно хочет эту газировку? Может, сам схожу и принесу его для него? Давай, сходим. Хорошо, ты выиграл. Я схожу и куплю для тебя кое-что из этого крутого торгового автомата. Будь хорошим мальчиком, ты же здесь, договорились? Вы сделаете это для меня, ю-ху! Не ожидал, что кто-то будет так радоваться этому. А где же этот специальный торговый автомат? Прямо здесь. Следуй за мной. Ой. Оу, помедленнее, большой парень. Вот здесь. Да. Хорошо. Пойдем посмотрим. Вот оно! А? Нани? О, нет. Понятно. С интимными журнальчиками. Ой. Эй, твой крутой торговый автомат, это действительно он? Ага, что-то не так? Итак, этот малец смотрит на торговый автомат, засыпанный товарами для взрослых. Неудивительно, что его мама взбесилась. Ну да, парнишка-то любит клубничку. Видите, разве он не крутой? Как не могу дать ребенку барахло, не хочу его разочаровывать, но вынужден отказаться. Малыш, прости, я не могу сдержать свое обещание. Это вот автомат вне лиги, иди домой к своей матери. А? Почему? Скажите, почему? Тебе еще рано знать. Но я уже кое-что знаю об этом торговом автомате. Там есть секретные журналы. Эти журналы покрыты целлофановой пленкой. Должно быть, они очень важны, если их так защищают. Так сказал старший брат моего друга. Целлофановая пленка не для защиты, во всяком случае, не для журнала. Когда-нибудь ты это поймешь. Но я хочу понять, они сказали, что это будет очень познавательно. Это не то, что тебе сейчас надо учиться. Слушай, я уже взрослый, но даже так много не знаю. Это сложно. Кирилл, девственник, ты даже невинный. Хнык, это нечестно. Вы сказали, что купите это для меня. Взрослые всегда лгут. Когда я вырасту, я тоже стану лжецом. Я не хочу. Когда я был ребенком, тоже думал, что взрослые несправедливы. И вот я просто еще один живый взрослый. Ладно, мужчина не отступает от своих слов. Я сдержу свое обещание и пойду и куплю твой журнал. Ох, вы правда сделаете это? Конечно, но ты должен держать это в секрете от своей мамы. Несмотря ни на что. Юху, вы принесете мой журнал, уху, будь спокойнее. Должен выглядеть как мужчина, нужно быть терпеливее и спокойнее. Ох, ага, простите. И большое спасибо за помощь. Не следует многого ждать. Что за дилемма? Хоть я и обещал, но не могу дать такую вещь ребенку. Что же делать? Этот ребенок
идеал невинности с ясными глазами. Не могу дать ему этот журнал, но могу выполнить свое обещание купить его. Хорошо, я достану его. Это опасно для тебя, так что держись подальше. Давай сделаем это. Кто-то идет. Подсматриваем, из-за угла стоим, извращенцы. Ух, я устала. Наконец-то несколько минут отдыха. Офисные работники на перерыве? Шепчутся, шепчутся. Как думаешь, этот мужчина что там делает? О, знаешь, что в конце этого переулка? Ой, правда? Возможно, ему одиноко ночью. Я Коршону лучше пока отступить. Как он мог взять с собой ребенка? Люди так бесстыдны в наши дни. Тссс, он идет сюда. Что-то не так? Вы не собираетесь его покупать? Ну да, но... Видишь ли, это не так. Я, если любопытные женщины увидят, что я покупаю это, кто знает, что они скажут об этом. Возможно, придется немного подождать. Ох! Президент Кириус, здравствуйте! Что? Это наша секретарша. Нани? Что? Марина делает здесь? Почему здесь? Почему сейчас? Дядя? Ничего. Да-да-да, ничего. Встрял батя. Музыка такая, еще напряжение, чем в битвах. Что привел сюда? Ну, просто гулял. А что ты здесь делаешь? Время от времени отдыхаю в парке, обычно читаю или просто отдыхаю на скамейке. Ну хорошо. Извини, мы спешим. Конечно, увидимся позже. Придется отступить и надеяться, что позже подвернется шанс. Стоять. У него есть сын. Хорошо, хоть сын. Кюри должен добраться до этого торгового автомата в конце переулка, не привлекая внимания. Если его заметит Кирю, расстроится и отступит к начальной точке. Кирю может отказаться от квеста с торговым автоматом, поговорив с мальчиком. Начинаем ваш сомнительный квест. Да, такие. Сомнительный квест. Какой переулок? Не в этот же переулок надо. А, ну это. Такие подходим сюда. Ты только посмотри, это парень, как думаешь, он пытается что-то купить у автомата? Ха-ха-ха, это бедный одинокий мужчина, почему мне не поговорить с ним? Фу, да не в жизнь, он скорее всего начал выпускать слюни изо рта вместо светской беседы. Мужчины просто неандертальцы, их разум всегда где-то в мусорке. Лучше отступить, знаешь, что они сейчас скажут. Боже мой, старые кошелки. Если я сделаю вот так... Это на них не работает, да? Деньги! Деньги раскидываю, знаете ли. Так, это ушла. Это сейчас повернется, повернется еще раз. И мы такие... Блин, это идет сюда. Президент Кирю, что вы делаете? Ничего, просто гуляю, извини, но я тороплюсь. Конечно, тогда увидимся, ага. Чё она сагрилась? Надо быть быстрым.
не говорит, что она меня уже заметила. Он просто ускоряется в определенных моментах. Сейчас эта бабка отворачивается. И... Шлеп. Ох! Лучше отступить, ни хрена себе, там тоже засада. Да я прям это. Там Фишер, блин. Из Splinter Cell'а. Такой стеснительный, вот боже ты мой, ведь живет в большом городе. И волнуется о том, что о нем подумают другие, когда он их, блядь, даже... Знать не знает. Все, мы спрятались. Оп! Охренеть, как я провавировал. Да. Вы смогли купить журнал в упаковке. Все, что осталось сделать, это дать это невинному парню. О, да, такой город с собой. Я купил порнушки. Чертов извращенец. Ура, дядя, вы такой классный. Это далеко от крутого. Да нет, вы мой герой. Можно? Могу я взять его? Прежде чем я дам, пообещай кое-что. Конечно. Это важно. Не открывай журнал, пока не придешь домой. Даже там ты не должен позволять своей маме увидеть это. Во что бы то ни стало. А? Где тогда я должен его читать? Не позволяй кому-либо узнать об этом. Читай его только тогда, когда ты один. Хорошо, понял. И... еще что-то. Это последнее. Не прячь его под кроватью. Это не так безопасно, как думаешь. Жизненный опыт важнее всего. Хорошо, не очень понимаю, но звучит, будто что-то важное. Хороший мальчик. Вы передали журнал в целлофане. Спасибо большое. Я буду дорожить им вечно. Хорошо, не только ценное. Придет день, когда он больше не понадобится. Будь осторожен по пути домой, ладно? Ага, спасибо большое. Черт, я ржу не могу. Вырасти сильным, малыш. Да, да. За нами следят. Чтобы стать мужчиной, нужно так много. Ё-май. Игра. Что ты делаешь? Так, бар, в котором часто бывают нишики. Давайте войдем. Не знаю для чего, что там светится, чем. Добро пожаловать. А, можно? Поговорить. Что бы ни происходило, пожалуйста, говорите мне, если что-то нужно. Они типа свалили, и она мне ничего не скажет. Что у вас тут есть? Караоке я один не пою. Или пою? Пою. Хватит один и тот же диалог толкать, женщина. Разнообразь фразы жизни. Че? Так, пора бы... По-моему, у нас недвижимости стало меньше, не? Нас выкупили починка? Нас выкупили починка? Мой починка был!
Акута. Надо идти в офис, значит. Прошу прощения. Эй, ты. Тачико Буси. Бурусера девушка. Прошу, не называйте меня так больше. Я полностью сошла с этой сцены. Вот, бурусера — это те, которые торгуют своим бельишком. Поношенным для извращенцев. О, вот как, хорошо. И что здесь делаешь? А чувак, какой-то новый бизнес или что? Ну, об этом, знаешь, я могу помочь тебе с твоим бизнесом, если хочешь. Что? Помощь была прекрасна, но ты все еще в школе, верно? Я уверен, что смогу нанять старшеклассницу. А, я не просто старшеклассница. У меня есть связи и опыт, накопленные в собственном бизнесе. Я могу помочь с логистикой, дистрибуцией и всем, что понадобится компании. Хорошая мысль. Кроме того, лучше тебе помочь законной компании, а не торговать трусиками. Именно, рада, что ты согласился. Буду рада совместной работе с тобой. О, Сачика 3 звезды, офигеть. Да, также. Я сделаю это. Это позволит мне стать ближе к нему. Сказала что-то? Нет, ничего не говорила. Черт, ты такой любопытный. А? Прости? А? Я знаю, что у нас вход тут такой маленький и узкий. Так, давай сначала радио взглянем. Конечно, мы не выиграли ничего в эфире. Какао Камичи сама. Они не придумали столько много историй для этой фигни. Ладно. Давайте напишем открыточку. Обернутая в целлофан мечта, да. Ой. Да. Наконец-то вы себя раскрыли все... А? Прости, не читай, ладно? Ладно. Так, давай теперь... глянем. А, нет, смотри-ка, на месте. А, у нас же теперь еще и этот есть. Магазин торговый. Круть. Так, надо поднять его. У нас он продуктовый. Лучше всего по общепиту. Отлично. Так, тут у нас развлекаловка. С развлекаловкой нас справляется наш любитель моторов. Отлично. Так, тут у нас опять-таки еда. Я буду инвестировать деньги. Его ничего. Окей, персонал. У нас есть Сачико. И она очень даже хороша. Охранников у нас толковых так и не нашлось. Ладно.
Ладно, работайте. Ганган касигузе. Хоть по округе покупать еще. Их жалко никак, качать нельзя, что ли? Тренажеры в них и зал отправить. Я думал, потерял починка. А нет, оказывается, осталось оно у меня. Так, то я уже 30 лямов накопил, пора бы купить себе новое какое-нибудь заведение. Расширять. Прекратите! Заткнись, женщина! Я уже говорил, что хочу увидеться с Кайрю. Или как там его зовут? Торопись! Я же уже сказал, что его здесь нет. Эй, я прямо тут. Чё тебе нужно? Президент! Так, ты президент? Минутку. Ты... Я с тобой сталкивался на улице раньше. Так, ты президент Кирю, верно? Ты, значит, король досуга? Что тебе от нас нужно? У меня есть дела поважнее, чем воспитывать... Чё? Вспоминать о тебе, воспитывать тебя. Эй! Ты приходишь на мою территорию, вмешиваешься в мои дела и все, что ты можешь сказать? Где твои манеры? Не вижу проблем. Я веду легальный бизнес. Ты не понимаешь, говорю же, вот моя проблема. И что? Хе-хе-хе, ходишь вокруг да около, нет, мой стиль. Если станешь у меня на пути, тебе навестят и мои мальчики. Помнишь этот случай с Яманой, верно? Ты гнилой до мозга костей, я не могу позволить тебе владеть этой областью. Хе-хе, я заткну тебя, чтобы ты не мог говорить про меня такое. Эй, Такишита, господин? Почему тебе не посетить этого идиота-президента? Конечно, не вини меня, если умрешь, мудак. Ой, вы не знаете, на кого нарвались. А я знаю велики. Такишита, лови велик. А ты чё быть такой верткий? Машешься своими культяпками, блядь. Этот стиль вообще создан для того, чтобы с рядом окружающими вещами разносить таких ушлепков. У Такишиты даже шансов не было. Неплохо, неплохо. Похоже, ты знаешь, как стоять на ногах. Знаешь что, думаю, сегодня отпущу тебя. Но если снова разошлишь меня, ты труп. Я сам займусь тобой. Не забывай об этом. Если ты умрешь, вся твоя собственность станет моей. Я прекрасно справлюсь с ней. Но если не хочешь умирать, уходи. Если не выйдешь, я убью тебя. Просто верно? Подумай об этом. Не шути с 5 миллиардерами. Чё-то я слишком это... сильно переигрываю. Президент, вы в порядке? Да, в порядке. Король досуга сделал все, чтобы получить то, что хочет. Скорее всего, на днях мне придется сразиться с ним. Нужно быть настороже или осторожнее. А, так, я хочу собственность еще прикупить поблизости. Какую я могу взять? Райончик-то большой. Да не так уж и много и... О! Глянуть. Центр здоровья «Дикая яблоня», небольшой салон эротического массажа, но у них неплохой трафик клиентов. Что делать? Мне что покупать? Чё, мы все купили? А где эта красивая заставка, как я бабло такой? У меня к вам сделка! Ладно, а хватит шарашиться от меня. От чумного. Так, это все салфетки раздает. Хочу еще чем-нибудь купить, пока у меня есть деньги. Все, обойти кругом.
Окей. Я думал, будет больше мест, которых я могу приобретать. Ё-моё. Ничего себе. Погоди. Погоди, сказал. А где тот, который мне помог? Странный тип, который выбежал. Странно. Ладно, бежали в офис. Что-то их слишком... Я думал, это квест какой-то. Первый раз вижу, что кто-то еще выбегал побыковать, кроме меня. Починка, это место... Плохо. Купили себе... немного всего. Так, послушаем опять. О, это наше письмо, да. Решившего Кази-куна. Здравствуйте, Дольче Камисан. Здравствуйте. Люблю ваше шоу и постоянный слушатель. На днях я видел маленького мальчика, который хотел купить упаковочный журнал в торговом автомате. Упаковочный? О нет, это же один из них! Мальчик сказал, что просил матери про эти журналы, и ей сорвало крышу. Как же, Кази-кун, каков правильный ответ? Мальчик потерял веру во взрослых, так что решил ему купить этот журнал. Стоять чего? Решивший Кази-кун, я потерял веру в тебя. Даже по скрипту, да. Что значит Дольче? Я должен задуматься о правосудии решившего Кази-куна. Ждет этого маленького мальчика. А, но все же Дольче переводится как сладкий с итальянского. Но Кази-кун, я не говори со мной после того, что ты сотворил с маленьким мальчиком. Из-за этого я оставлюсь кисуем. Я сделаю это. Отлично. В качестве особой награды за достижение решившего Кази-куна у меня есть небольшой сюрприз для него. Сюрприз? Индон! Марина, кто тут у двери? Можешь проверить. Я немного занят. А ее нет. Как всегда, ведь спит. Вечная проблема. Кого нет? Индон! Ладно. Кто бы то ни был, он не вовремя. Здравствуйте, как дела? Громкий жизнерадостный парень. Слушай, я занят немного, возвращайся в другой раз. Эй, подожди секунду, пожалуйста. Ты случай мне Кази-кун? Ты обращайся к тому-то, кого никогда не встречал. Ваши делишки, время шоу. Стоять, я узнал этот голос, ты? Именно, я ваш ведущий, Дольче Камия. Хамия Дольче из открытки Де Дольче.
Хо-хо-хо, конечно же. Вот что я имел в виду, когда сказал про сюрприз, решивший Кайзи-кун. Это правда он. Решивший Кайзи-кун, вот приз за то, что твои открытки прошли 3 раза. Поздравляю. Вы получаете пару перчатки Геркулеса. Дольче, Ками-сан, могу я вам пожать руку? Конечно. Решивший Кайзи-кун, спасибо, что всегда пишешь на шоу. Я люблю твои истории. Деньги. Ладно, мне пора. Пока еще увидимся. Отлично, я в эфире. Открытки мастера Кирю, конец. Все, теперь нет смысла писать. Да. Так, мы получили перчатки Геркулеса. А, ну... Противникам трудно вырваться из тисков владельца. Что еще есть? Пусть будет так. Есть еще оружие. Останемся без оружия, особенно огнестрельного. Так, давайте посмотрим наши владения. Я там пару новых домов прикупил. Доход готов. Охренеть. А, ух, сколько у меня уже. Так, починка новый Эдем 10 лямов приносит. Давайте качать магазины. Потом пойдет у нас еда. Вот с едой я не знаю. Этого попробовать. Тоже немного приносит. Ладно, качать так качать. О, у нас же есть, вот он. Мастер любви. Ланка. В еду. Все-таки лучше тебя. Стой, я еще не все закончил инвестировать. У меня большой бизнес. Персонал у меня хорош почти. Я деньги постоянно инвестирую. Объекты. Вот на той, на противоположной стороне у меня мало объектов, но пока следующего раза, когда денег будет больше. Теперь могу наконец-то идти домой и поспать. Ну, сюжетку гнать. А то я тут уже какой день занимаюсь. Занимаюсь тем, что смотрю. Можно попробовать поискать кто-нибудь на этой стороне. Вроде бы... О, это есть.
Я слышу, что это довольно популярная компания по дизайну и архитектуры. Что делать? Сколько? 13 тысяч, у меня 25, ну 10, ладно. Муха-ха-ха-ха. Король досуга, поберегись. Я уже достаточно много скупил. Теперь главное не профукать деньги. Пора бежать домой. В прошлый раз вообще-то мы жили за городом, нам приходилось отъезжать, чтобы пойти. Ну да ладно, не будем об этом. Или мы сейчас... А, мы теперь в отеле спим. Это богатый парень сказал, что я должен пойти на театральную площадь, если хочу заработать действительно большие деньги. М? Я ждал этого целый день, прошу прощения, любезный. Эх, сюда, сэр. Окей. Пойдем посмотрим. Хе, наслаждайтесь отдыхом. Да ведет эта дверь. Что это за дверь? За ней определенно что-то есть. Прости, приятель, для тебя она не открыта. Я видел, как ты впустил парня. Что там? Эх, думаешь, я просто так расскажу? Ну, скажем так, это рай для мужчин. Место, где мечты сбываются. Место, где сбываются мечты. Да, страна чудес реальной жизни. Заинтересовался? Любопытно. Что мне нужно сделать, чтобы войти? Эх, на самом деле я распространитель. Я отвечаю за то, кто войдет. Если хочешь войти, нужно получить мое одобрение. Хорошо. И что мне нужно сделать, чтобы получить его? Это место рай для богатых. Если нет хлеба, не сможешь позволить себе десерт. Я должен удостовериться, что у тебя достаточно денег, чтобы выбросить их. И не только это, я хочу видеть, что у тебя есть шары, чтобы сделать это со стилем. Докажи мне это, и я впущу, использую свою башку. И разберешься. Рай для богатых — это определенно то место, о котором говорит тот сумасшедший богач. Итак, я должен показать этому парню, что у меня есть деньги для огня и готовность пожертвовать их. Думаю, что творишь. Крыша поехала. Просто показываю, что у меня есть деньги для сжигания. И что я не буду делать этого. Вау, никогда не думал, что увижу парня, который буквально кидает деньги на тротуар. С головой не дружишь. Хотя, мне нравится ход твоих мыслей. Можешь войти. Сюда. Ох, куда же они меня заманивают? Что там за садомаза клуб скрытый? А, женские бои? Ух, они не голые, так что ничего страшного, я думаю. Что это за место? Официальная арена GSS, японский клуб женских боев. Сексуально похотливые самки сталкиваются в бою на арене, наполненные красотой и уродством, а мужчины ставят большие деньги на победителя. Вот что это за место. Праздник для хвас и захватывающие шансы удвоить веселье, делая деньги на ставки. На ставках. А-а-а. Я называю это дворцом удовольствий для мужчин. Вот что это. Не совсем уточнено, не совсем изысканно. А кого это волнует? Точно не меня. Ох, вот. Забирай обратно. Это твое. Вы получили 10 тысяч юаней. Что это? Деньги, которые ты прожег. Было приятно наблюдать, как они летают около тебя, поэтому возвращаю. Используй это, чтобы повеселиться здесь. Удачи. Ну, хорошо. Женские бои? Никогда не ожидал, что такое будет в Камуроча. Такое безвкусное место. Но могу поспорить, здесь можно заработать, даже несмотря на риск. Стоит попробовать.
уж эти японцы, ведь извращенцы редкостные. Да-да-да, стоит попробовать. Немножко не о том думаешь, Кирю! Мафия на хвосте! Якудза! Хватит смотреть. Я пошел. Женские бои рискованные, прибыльные, но если я сыграю правильно, чувствую, что смогу получить огромную прибыль. Я нашел новый способ зарабатывать большие деньги. Что мне сейчас действительно нужно, так это сон. Время отдыхать до завтра. Да, я тоже так думаю. Пора бы, пора Кирю. Сходить поспать. А, о, люди в черном. Я здесь, я далеко не ухожу. Ух, какой кабанчик. Это не то место, где мы были. Подстава. Ярость вошел. Хоп, хоп, хоп. Чего мне там сзади подстраиваешься? А, так, стоять, я так скоро сдохну. Так, желательно, наверное, перекусить бы. Как раз есть магазин. Так, я иду туда, а это супермаркет. Да что ж такое? Что ж не так не повезло, то... Ладно, жрём супермаркета. Проще ему взять калорийное, чтобы жизнь восстанавливала получше. Здравствуйте! Так что у вас есть такого сытного? Мандаринка, набор суши. Да, не сытненько так-то. С большими деньгами можно уже, наверное, в аптеку идти за более лучшими средствами похилиться. Желудок себе испорчу. Такими закусками. Энергетиками. Девушки стоят. Стоят, девчонки стоят, сторонки. Поточки свои теребя. Потому что на 10 девчонок. По статистике 7 ребят. Последний был. Вот так надо с ними разбираться. Да вы дебил, у меня мотоцикл в руках был. Отправляемся в квартиру к Кирю. Надо это сделать уже. Погоди. Дом моей родная хата. Вообще небезопасно возвращаться домой. Да ладно. Чибана должен связаться завтра, но действительно ли я должен просто сидеть до этого момента?
Я все еще могу кое-что сделать. Похожу по улицам для информации утром. Справедливее ожидать, что свинья будет искать меня. И если они меня найдут, битвы не избежать. Они придут за мной с пушками наперевес. Лучше убедиться, что я готов, прежде чем все пойдет наперекосяк. Осталось что-то, что я должен сделать, прежде чем упасть в постель. Иди в кровать, ведь я уже какой день хожу. Поспать сейчас значит быть готовым к завтрашнему дню. Йоакеда. Кирилла, Тадзибана Ватасанет Тардес. Доузимену Уэйджинит Снаги. おやじ、あのです。例の件ですが、やっぱり義理は始末します。やつは立花を売りませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、ええ。では。 構いませんよね。偶然の兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。 それについては風間組にもご理解いただけますよね。柏木さん。どういう意味でしょう。元はといえば桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でその書き島すんなり風間組にはとくにこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ。 おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単には口殺さない。 Если собираюсь разобраться в деле, пока жду, когда свяжется с Чебаном, мне нужно придерживаться мест, где вокруг много людей. И даже тогда мне стоит быть готовым встретиться с людьми Дадзимы в любой момент. Как назло, никого нет, да? Вот люди Дадзима. Так, надо сохраниться и закончить на сегодня на этом. Хороший план. Я же так думаю. Ну что, народ? На столь интригующем моменте закончено сегодня. С вами был Алекс Диего, игра Якудза Зеро. Сейчас нас будут гонять как мышь. Кот, как кот-мышь будет гонять нас этот Дадзима. Эх, будет, наверное, сложновато. Ну, я надеюсь, мы справимся с этим. Я желаю вам всего скорого и удачи, друзьяшки мои. Пока-пока.